Ничего себе сиськи, да, навороченные вообще девчонки. Господи боже, что они вытворяют, да? Вечеринка Болеро называется Golden, золотая. Все посвящено золоту, все дорого, все символично. Ну, рассказывай, в чем идея? Идея простая. Первая суббота осени. Осень что? Осень – золотой сезон. А значит, клуб «Болеро» открывает свой золотой сезон. Именно золотой историей осени в клубе «Болеро». Посмотри, сколько на них золота. У нас действительно Golden Lady сегодня есть. Вот. И сегодня у нас будет тоже абсолютно золотая программа, потому что много золота, много роскоши, но в то же время это все тонко и со вкусом. Скажи, пожалуйста, зачем людям нужны символы успеха? Не знаю, у нас сегодня символ успеха, это Чивас 12-летний. Он нам помогает сегодня. Это видишь? Очень хороший символ. Ну вот, а нужен тебе, например, золотой автомобиль? Нет, мне лучше золотая девушка. Автомобиль есть, а золотой девушки нет. На золотой вечеринке в Болеро все в золоте, все. Женщины, украшения, дорогие персонажи, буквально в первом смысле. Ну и, конечно, мечта любых девчонок, современных девчонок, золотая клетка. Слабо такую клеточку для своей подружки, слабо? Как ты относишься к золоту? Положительно. А вообще, ну, символы так называемого успеха для тебя имеют значение? Ну, для меня это платинум, а не золото. В каком вы звании? В каком? Генерал-маршал. Я украшаю вашу прекрасную голову. А там у меня помада, в помаде я весь, да, сейчас, да? Нет. Здесь была я, да? А вы же что, без трусов, что ли, я не пойму, а? А есть там нижнее белье у вас, нет? Нет. Нет? Да? А зачем оно? Ну да, действительно. Вечеринка без трусов. Можно это вырезать? Вы меня простите, но я путаю вас. Вот ты кто? Я Алина. А ты? Карина. Но я все равно перепутаю вас. Так что, скажите, а правда, что близнецы едят одну и ту же еду, одни и те же вещи носят, музыку одинаковую слушают и мальчиков одинаково влюбляются, правда? Насчет еды – правда, вещи у нас у каждой свои, насчет музыки – правда, мальчики разные. Тебе нравятся солидные такие, зрелые, да? А тебе, наверное, пацаны, малолетки, да? Наоборот. Музычка не тяжеловата, нет? Нормально? Отличная! А кто это играет? Я не знаю, кто это играет, мы только пришли, мы узнаем чуть попозже!